Сегодня волнительный первый матч с разницей во времени, с привыканием к новому залу, как обычно, в каждом выездном туре. В принципе, игрой не совсем доволен, да, две первых партии провели неплохо. Должны были дать поиграть всем запасным игрокам, чтобы адаптация прошла более к этому залу, к завтрашней игре и разнице во времени, потому что, ну, все должны участвовать, все-таки 13 человек должны полноценно работать и отдавать свою копеечку в общую копилку. Ну, с каждым соперником настраиваемся всегда как на самого сильного соперника. Установки хотели выполнить, не получились. Считаю, что маленько сказался климат, часовой пояс, вернее. Вот. Маленько тяжеловато в этом плане, немного вялость. Но мы выдержали, я думаю, следующие игры будут только лучше. Однако следующая игра лучше не стала. В упорной борьбе наши девушки уступили ближайшему конкуренту по турнирной таблице – «Динамовкам» из Анапы. Сначала команды обменялись победными партиями, а переломным в игре стал третий сет. При равном счете в концовке несколько важных мячей выиграли соперницы «Муравлянок». Четвертый сет стал последним. Его со счетом 25-17 выиграли «Анапчанки». Повторные встречи с этим соперником «Муром» проведет в субботу и в воскресенье. После 14 игр в активе красно-черных 23 очка и пока 6 место.